Всем доброе утро. Довязался у меня вот за ночь слоник. Довязала я ему ушки. Такой вот он получился. Просили у меня в комментариях под последним видео, влогом, мастер-класс на него. Ну, сниму обязательно. Сейчас еще покажу. Довязался у меня зайчик. Вот еще зайка из Dolce Baby. Довязался у меня. Это я готовлю фон. Буду снимать сейчас в ТикТок короткие ролики. Комбинезончик из Нака Париж. Вышила тут такие цветочки ему. Повязочка. Вот. Сейчас отсниму короткие видео на ТикТок слоника и зайчика. И приступаю к продолжению съемки совушки. Вот. Это видео выйдет, мастер-класс уже будет загружен на канале совушки. Ну, такие сегодня планы отснять совушку. Покажу вам вечером. Обещала вам вчера показать совушку, но так и не показала. Вот она сидит у меня тут. Я ее решила себе оставить. Крылышки еще не перевязывала. Вчера было такое состояние. Не знаю, как будто кувалдой очень упорно и долго били не только по голове, но и по всему телу. Не знаю, это перед солнечным затмением или снова вспышки какие-то на солнце. Вот. Но так себе состояние было вчера. Думала, даже мастер-класс не доснимаю, честно говоря. А может и погода наша. У нас в Минске день плюс 25, на следующий день 5, ночью снег. Минус один. Короче, трэш какой-то. Чуть доснимала вам вчера, уже снимала из последних сил, но потому что обещала уже вам выложить совушку. Короче, с горем пополам. Вы не представляете, сколько там монтажа было, вплоть до того, что заплетался язык. То есть такое состояние непонятное, абсолютно как вата. Вот еще покажу вам, начала вчера вязать на заказ зайку по моему платному мастер-классу. Молочного у меня заказали. Мастер-класс на Бусти 200 рублей стоит. Тоже повяжу сегодня вечером, может, или завтра включусь, покажу, что у меня получается. Какой зайка получается. Это пряжа, я вам уже показывала, Лавита Велюрекс. 10-11, Лавита Велюр, цвет 10-11. Вот, начала вчера, под экстрасенсов связала ножки и ручки. Будет он у меня в костюмчике, шапочке из акрила, заказчица сама выбрала. Цвет этот, пряжу, это я ей предлагала несколько вариантов. Ну, не люблю вязать из акрила, но выбрала заказчица, поэтому будет у него наряд такой розовый из акрила. Знакомьтесь, это наш малыш Мася, Марсик. Пошел в трубу. Так, еще у меня в работе сейчас... вот я ножку одну связала, будет, скорее всего, зайка. Не знаю, может быть, Мишка, но, скорее всего, зайка. Из полухлопка белый по мастер-классу. Зайка из Astra Kiwi. Я вот купила. Не передает камера цвет. Он такой, на самом деле, малиновый. Малиново-фиолетовый. Тут он какой-то, я не знаю, как... фуксия. Наряд будет, не знаю, комбинезончик, платьице, что-то захотелось мне сочетать эти два оттенка. И еще вот голова Мишки у меня связана из Воланс.
Вот. Тоже хочу его сделать не в пижамке, а просто мишку в комбинезончике в каком-то. Это на наличие. Это я отвлекаюсь от мастер-классов, от заказов, вяжу то, что я хочу, придумываю образы, какие хочу, но вот чтобы на наличие были игрушки. Вот, еще мишка такой стоит у меня, недовязанный. Но пока приоритет у меня зайка. Вот, пока в приоритете он. Возможно, свяжу зайку, потом свяжу этого зайку или мишку, а потом уже на наряд, наряд буду вязать, потому что зайка мне, у меня времени на его изготовление до 20 апреля. Конечно, заказчица просила, если получится. Почему у меня руки? А если получится, то раньше, но до 20 апреля у меня время есть. Поэтому я, чтобы не зацикливаться на одной игрушке, всегда вот у меня несколько проектов в работе. Вот. Таких отдыхалочек. Вот это я называю отдыхалочки. И вяжу для себя, создаю те образы, которые нравятся мне. Вот, покажу вам потом, что получилось. Звери мои. Стар и млад, как говорится. У них любовь на самом деле. Старший младшему попу моет. Младший старшему вон шерсть выдирает. Да, Марсик? Вот такой красавец у нас. Вылезла штука эта. Из трубы надо заправить сейчас. Вот он, красавчик. 3 месяца ему всего, он уже такой огромный. 3 килограмма весит. Да, Марсик? Кавалер растет. Охотник такой игривый. Если у нас старший кот, он очень пугливый. Как только кто-то приходит в гости, вообще неважно, даже знакомый кто-то, приходит в гости, он сразу. Он сразу залазит под матрас, в кровать и не вылазит до того момента, пока не уйдет кто-то. Ну, тут дверь хлопает, все, и он вылазит. А этот лезет везде, играет со всеми. Ему по барабану приходит кто-то, не приходит. Вообще такие 2 разные кота. Вот. Постоянно играет, постоянно шумит, что-то таскает, гремит. Это первый кот, который разгромил мне просто в пух и прах все цветы. Вот абсолютно все. У меня очень много растений, цветов, очень много больших цветов. И монстера, и хамидорея. Все стоит сейчас наверху. Монстеру мне пришлось замотать у основания, я что только не придумывала, вставляла туда палки от суши и наматывала бечевку, чтобы он туда не прыгал. Бесполезно. Обмотала сейчас стрейчем пищевым, оставила отверстие, чтобы не совсем в бане было. Думаю, перерастет, потом снять, потому что это, в принципе, тоже не очень хорошо для растений. У меня у детей стояли в комнате, ну, еще не совсем, ну, небольшие, тоже монстеры. Пришлось поубирать на подоконнике, потому что это... Причем он ходит, ну, обычно, я знаю, если коты копают цветы, они ходят туда в туалет, там, писить, да. Нет, он просто залазит, он просто тупо раскапывает землю, выкидывает ее на пол, а потом с комочками этой земли играется. Вот такой вот он, не знаю, первый такой у нас 3 кота. Британская кошка старая, она уже стерилизованная такая старушка наша, очень злая, никого не любит. Вот, Мейкун, царь у нас 2 года, и вот этот 3 месяца. Ни кошка, ни кот не лазили по цветам у меня, ни один, ни второй, просто игнорировали, а этот вообще просто, я даже в этом году рассаду садить, хотела посадить петунии, снова попробовать, у меня никогда не получается их вырастить, вот, снова хотела посадить, попробовать петунии, но передумала, потому что этот монстр, он
просто уничтожит все. Поуничтожал мне все горшки. Это капец какой-то, честно говоря. Может, кто знает, может, есть какие-то средства, которые отпугивают запахи котов от цветов, вот что будет безопасно цветам, но при этом будет отпугивать кота. Напишите, если вы знаете о таких. Буду благодарна. У нас уже следующий день. На столе беспорядок, но показываю вам, что за вчера связалась у меня зайка, вот эта, которая под заказ. Осталось ей только хвостик связать из молочной пряжи. По просьбе заказчицы голубые глазки. Осталось ей связать только наряд. Если хотите связать такую зайку, я оставлю ссылку в описании на мастер-класс. Приходите, покупайте. Он недорогой, 200 рублей стоит российских. И вяжите с удовольствием. Тоже вчера еще успела еще одну ножку связать. Вон вторая лежит. И все. Сегодня вязать ничего не буду. Сегодня у меня... работа по дому, у нас плюс 20, я сейчас пойду заниматься мойкой окон, дети в школе, вот, благо у меня есть помощник для того, чтобы помыть мои окна, окон у меня очень много в доме, я вам сейчас его покажу. Вот мои окна после зимы, такая красота в кавычках. Вот, кстати, моя бедная несчастная монстера. Вот мой помощник, это робот-мойщик окон. Кстати, очень классно, я вообще покупала его для того, чтобы мыть душевую кабину. Очень классно он отмывает. Конечно, со средством. То, что показывают в видеороликах, что там водичкой попшикал и все. Нет, а я брызгаю средством. Тут тряпочка цепляется по кругу. Я на нее брызгаю, когда мою окна, средство для окон. Когда мою душевую кабину, средство для мытья душевой кабины. Классно очищает налет. Вообще, я в этом процессе никак не участвую. Только подключила, вставила и мою. Очень удобная штука, потому что с душевой кабиной я намучилась, ой-ой-ой, как. Я уже и хотела и антидождь на нее наносить, да, потому что вода у нас настолько плохая, что после каждого мытья буквально вот сразу налет виден на душевой кабине. А вот эта штука пару раз в неделю на душевую кабину, на стекла, и очень классно. Она вычищает до блеска, прям ничего не оставляет. Единственное, что в местах, куда не достает, он там, я, да, руками, но очень выручает вообще. Я думаю, что любой такой, это Xiaomi, по-моему, но думаю, что абсолютно любой такого формата робот-мойщик окон будет справляться классно и побюджетнее, и они есть, и подороже они есть. Ну, вот у меня такое, это не реклама, просто говорю, что реально такая палочка-выручалочка, особенно в доме, где очень много окон. У меня 1, 2, 3, 4, 5, 6 окон только на втором этаже, на первом еще 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, наверное, окон. То есть, представляете, это вымыть все, причем окна не маленькие в основном, и очень классная штука. Вот. Вам хорошего настроения, мне продуктивного рабочего дня. Пошла мыть окна. Может быть, вставлю кусочек, покажу результат. А может, уже в следующем влоге покажу результат. Все, всем пока!